Ну расскажи, какие у вас сегодня планы? Сесть и поехать. Куда? До Владикавказа. А да, там? За тем мотоциклом, с теми охотами. За стремящимся вперед. Он на сегодня рассказал, я не знаю, вон Рома, его спрашивайте. Сим завтраком с ребятами, ребята сегодня решают уехать. Сегодня у нас какое, 5 мая, да? 5 мая. Не уехать, а продолжить наше путешествие. Ну да, продолжить, но в сторону дома уже, да? Да. Делись это уже... Отлично, пойдем, покажу, вон ребятам приехали, да? На мотор. Так, тогда мы что, сейчас собираем все вещи? Пакуем. Сейчас вам покажу. Ребят, приехали на мотоциклах, мы с ними встретились. Вот мой мотоцикл, кстати. Кирилл там сидит. Попросил меня в это мотопутешествие. Поскольку я на машине уехал, говорит, дай, Санек, прокатиться. Вот. Вот они втроем путешествуют. Вчера они ехали уже в ночь из Узбекистана. И говорит, им мозг компенсировали. Ну, вы видели вчера, да? Серии Рома рассказывал. Вечерний Тбилиси будет называться. Ну, вот наклеечка, судя по всему, Азербайджана. Вышли гулять. Зашли сразу же в магазин. Я вам с гостишкой. Да. Ты что знаешь? Yeah, okay. Веди нас в сторону... Пойдем. Ну, такой модный такой, Гамар Джобаб, да? Говорит, веди нас в сторону фуникулера, пойдем. Да, какая мы пойдем. Ну, слушай. Наша прогулка началась, идем в сторону фуникулера. Ребята сказали, что, что обязательно. Мы находимся в старом городе. Вчера еле-еле заселились, я не знаю, там по кадрам что получилось. Обязательно смотрите. Не, мы в этом, 24-24 в нашем бухаре, в этом. Ребят, смотри, тут метро есть, а я не знал. А, да у тебя еще с этим? Кого? Метро? Ну мы можем потом сходить с тобой вечерком. Сейчас пойдем на гору поднимемся. А у тебя палки селфи нет с собой? Нету. Тебе нужна палка селфи? А? Палка селфи? Ну если бы у тебя была, я бы... Пофоткался? Да. Я тебя могу сфоткать и так. Или ты хочешь сам? Не, просто я вот пожалел в этот раз, что не взял палку с неудобно. Да, прикольно. А можно еще запомнить положение, типа она будет только в одно направление снимать и все. Это слишком сложно. А? Зачем им флаг европейский? Они очень любят Евросоюз. Ребят, тут типа Капитолий. Нам потом налево, Сань. Мы будем к нему подходить? Потом или как? Не, вот сейчас налево. Ребят, ну в общем, возле Капитолия уходите в проулочку. И поднимаетесь. Минут 10 на заднем, 10, да, где-то подъем? За 10 минут можно да, подняться. Ребят, кого-то нашли. Лена уже все. Нет, она не все. А ну-ка. Подними ее наверх, ей так будет. Ты сэкономишь неделю. И мы подходим к фуникулеру. Эй! А мы в прошлый раз на такси отсюда уехали, да, или кто-то? А? Кто отсюда на такси в прошлый раз уехал? По-моему, я уехал на такси. Да, я уехал на такси. Кира уже купил билеты. Наверное. Нам туда обратно. Обратно там, кстати, надо покупать, кажется. Нет, тут нужно. Нет, обратно, Пчелы 22.
22 чего? 22 лари. Да. Стоимость проезд 2 лари, стоимость карты. А вы карточку принимаете, да? Нет? Да? Да, ну пусть Саша пойдет, он у вас карточка. Саня, пошли. Так, а как нам пройти? Сама покру... Ага, все. О, прибытие фуникулера. Ой, это вот в этот вагончик садишься и едешь, да? Да. Сейчас, сегодня наши придут. Кстати, может будет привозочка. В том году этого не было магазинчика. Я говорю, в том году не было магазинчика вроде бы. Да, он рад сам такого. Не было уже, да, в том году магазина? Я тоже не был. Что-то ему, кажется, не было. Все, можно? Что, зашли все? Да не, вот он открыл нам. А с какой стороны? А, да, с этой стороны она откроет, потом сейчас, наверное, все выйдут. Надо занять эти места. Помнишь, он нам не досталось мест понтовым? Почему верхний, нижний? А ты снимать что будешь? Мы вниз будем уезжать. И будет же отсюда все. Сейчас вверх едем. Ну, мы вверх едем. Все правильно. А можно заходить, да? Ага. Вот здесь, а ты садишься? Ну, необходимо. Необходимо здесь. Почему? Смотри, в том-то и дело, что я вверх буду снимать? Город будет туда видно. Нет, я хочу сам, смотри, вперед. Зай, садись. Сейчас мы будем ехать, город будет туда видно. Да? Да. О, да. Парни, что вы там? Все, садись вот здесь. У нас город весь будет перед нами. Как Рома всех обманул, всех наверх загнал, а сам вниз спустился. Ребят, давайте я полностью вам все сниму, чтобы вы видели от начала до конца процесс, как происходит. Слушай, у меня будет сейчас темные фотки, да? Нет, нормально будет. И вот получается у нас город. Потеет. Ну да, Ром, надо было наверх идти, да? Посмотреть, что там смотреть. А мы сейчас еще посередине должны остановиться. Он будет разъезжаться с другим. Слушай, ну вообще странно, мы на прошлый раз мы не выходили. Может, кому-то монастыря надо было? Не-не, здесь. 100%, Саша. Что? Да и тем, кому надо было монастыря, да, храм дойти. Да, храм надо найти? Я думаю, да. Вот, храм. Да нет, тут нету, вот смотри, тут просто стоят. Да, вон там лестница. Есть, да, лестница? О, тут, оказывается, в храм можно пройти. А мы не знали. На обратном пути можно остановиться и сходить. Ну что, шикарно отсюда, да? Видно.
прошлый раз спорили, как они разъезжаются, да? Что-то у нас были споры какие-то. Вот, ребят, считайте, вы со мной полностью поднялись на фуникулярии. Ушки даже стало подкладывать. За это не услышал. Я вообще ничего не услышал. Что мне сказали? Чё ты сказал, Кир? Ой, Ром, чё? Кир, пойдём. Так, мы поднялись. Куда мы поднялись-то? Ну, слушай, мы поднялись, поднимаемся. Да, мы в прошлый раз тоже к этому дереву ходили. То есть это традиция, мне кажется. Пришли, да. Посидели 5 минут и в ресторан. Да. Кстати, мы сегодня так и сделали. На дорожке там поодерлись. А разница? В какой храм заходить? Хочешь зайти? А разница какая, пить не пить? Мы не пьяные будем. Если так, как ты считаешь, то меня еще 2 дня никуда нельзя пускать. Так, мы вернулись обратно к фуникулеру, не пошли до сада, хотя, говорят, это одно из таких достопримечательностей. И сейчас мы выйдем, я вам покажу, это так называемая смотровая площадка, где открывается вид на весь Тбилиси. Чтобы не пропустить ни момента, сразу включил. Вечером, конечно, здесь шикарнейший вид. Мы в прошлый раз обедали вечером. Да, и пойдем, там деревьев нету. Вон там деревьев нет, ребят. Смотрите, какая красота. Если я не путаю, мы с вами живем вот где речка, да, поворачивается, вот вот эти крыши все такие вот идут, это старая часть города, если я не путаю, а вроде бы я не путаю, это старая часть. Саша, мы вчера с тобой дошли до вон того моста красивого, где-то мы шли. Раньше. А вон, да, вон мост. Мы с тобой из кафешки выходили и дошли вот до этого моста. А, так нет, о, я вам наврал, ребят. Вот мы вон мост красивый, да? И получается, мы живем вот там. Сейчас я попробую поменять камеру и поприближать виды. Посмотреть. Кстати, а здесь безветренно, ну, наверное, безветренно, потому что здание закрывает. И в том году не было вот этого здания с лепесточками. Интересно, что это такое. Ну вот. Здесь ресторан. Кстати, всем советую, если попадете, обязательно сюда приехать. Дают пледики всем, кто хочет посидеть. Посидеть положить. Но лучше приходить сюда вечером. Вечером шикарнейше смотрится город. Полицейские очень любят ездить тут с мигалками постоянно, что добавляет шарма, скажем так. Все в подсветочках, все в красоте. Мне кажется, это какой-то концертный дворец. Ну, может быть, да. Машин там много стоит на парковке, правда. Вот
такой шикарный вид открывается. Это же не может быть просто какого-то такого центра. Все, перехожу на другую камеру. А вот там? Получается, живем с этой стороны, да? Да, конечно, с этой стороны реки. Ну что, давайте поприближаем немножечко. Вот у нас одна из достопримечательностей. Это собор. Ночью он очень интересно подсвечивается. И его видно, ну, издалека почти. Так. Потом. Что-то я потерялся на видоискателе. Вот. Вот этот мост шикарный. Ночью он идеально подсвечивается. Мы вчера были без камеры, к сожалению. Но он очень-очень красиво смотрится. Так, посмотрели. Перевожу опять кадр. Сильно не материмся. Новое какое-то здание с лепесточками. Кому интересно, загуглите в Яндексе, посмотрите, что это такое. Но, я так понимаю, машин там очень много стоит. Бешеное количество машин. Так, что у нас еще отсюда видно? Ну, мы, получается, живем вот в этой части города, вот в этой части. Тут на шпиль надо ориентироваться, мы живем там где-то недалеко от него. Там вот это центр шпиль. Ага, да, вон шпиль. Если смотреть, сейчас тут правее живем. Ускопление вот этих домов, которые прямо напротив. Вот здесь вот мы живем, вот все. Интересного моста. Ребят, потому что вот шпиль, мы выходили, по кругу его обходили. И вот тут вот, это старый город. Смотри, какой там вот храм на той стороне потрясающий. По крайней мере, размерами потрясающий. Че, где наши эти алкоголики? Уже засели. Прям ни на секунду их не отпустят. Пойдем тоже. Овощной салат в ореховой заправке. Ребята, нам принесли овощной салат в ореховой заправке. И, кстати, очень вкусно. Советую взять обязательно. Смотрите, какие большие тарелки приносят. То есть тут можно всем наложить. Таким сыром, ребят, вот мы взяли хачапури. Одна хачапури выглядит вот так. Тут как пицца большая. Если будете брать, обязательно. И что это такое? У нас рулетики с чем? С орехом. Баклажанчик. Баклажан с орехом, да? Угу. Там с сыром внутри, а здесь с сыром снаружи. Отличная еда. Можно плотно покушать. Очень соленая. Так, нам принесли хинкали. Я не успел это снять, потому что что-то они такие вкусные были. Как есть хинкали? Роман, объяснишь, как есть хинкали? Берешь? Наглядно Роман показал, как есть хинкали. Надкусывается, она с бульоном. Аккуратненько выпиваем. Да. Берем обязательно за хвостик. И хвостик потом остается. Отлично. Краткий курс молодого бойца, как есть хинкали. Сейчас нам принесут еще жареные какие-то. Мы будем есть жареные пробовать. Вот нам принесли еще горячие, жареные. Жареные, как вкусно жареное, сильно отличается? Вкусно. Ну, как пельмени жареные, отличаются от пельменей вареных. То есть именно так же, да? И тоже с этим... Конечно, бульончиком. Бульончиком. Вкусненько. Ну, делать глаза, как катаются лишние. Как у кота из Шрека. Я представляю, Саня. Вот, не дайте Шрека. Помнишь, как?